Привет! С вами снова я, Мария, из канала Мария Урюпина. Как вы видите, сегодня пасмурная погода, но все равно у меня настроение очень хорошее. А вы знаете почему? Потому что с 14 по 15 у нас в школе была организована Лейзернахт, что в переводе на русский «Ночь чтения». Мы заранее сдали в школу 12 евро, что в пятницу 14 нам смог учитель заказать 12 пицц. Каждому человеку из класса по одной пицце. Родители привели своих детей в 18:30. Мы ужинали. Потом мы играли с двумя другими классами всякие игры. Отгадывали всякие задачки, загадки. Нас смешили учителя. Потом нам учитель читал страшную сказку. Всем было очень интересно. Некоторые дети уснули сразу. Мы спали в спальных мешках. У нас были тоже фонарики с собой. Лично я легла в 2 часа ночи спать, как и многие другие. Моя лучшая подруга легла в 3 часа ночи спать. А бедный учитель, он сохранял, и поэтому он лег только в 5 часов утра. Утром, когда мы проснулись, мы убирали весь зал, собирали вещи. Потом мы завтракали. Было очень вкусно, все рассказывали о впечатлениях о своих про эту ночь чтения. Всем очень понравилось все. И на этом было все, я вам все рассказала. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, ждите новых видео. Я вас всех люблю, всем пока!